Ща будем зарабатывать на авторынке. О, вижу приора. Скок 650. Счет овер. ПТС. Видим спорт плюс, Nitrex 10. Аккумулятор 55 из 100. О, пробег и износ, чел. Но спорт плюс же, блин. Так аккумулятор убитый в ноль. Ох уж эти токсики. Ну ладно, тогда еще побегаю по авторынку, посмотрю вариантики. Потом смотрю, сам ко мне подъезжает. Садись, нехороший человек. Перед покупкой я попросил у него руль, а тут оказывается все прошивки. Еще и пневмоподвеска есть. Итого покупаю заряженную приору за 500 тысяч. Становлюсь ее продавать, рассказываю, почему так дорого. И через 5 минут улетает уже за 850 тысяч. Итого навар чистый 340к.